Сегодня в Набережных Челнах на козырек магазина упал подросток. Трагедия произошла в микрорайоне Замеликесье в 21-м комплексе. По предварительной информации, девочка выпала из окна 7-го этажа. На место ЧП выехали медики, сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Врачи констатировали смерть ребенка. Подробности в первом материале выпуска. По предварительной информации, девочка была единственным ребенком в семье. Совсем недавно она отметила юбилей. Ей исполнилось 15 лет, и она училась в 8-м классе. По словам очевидцев, до происшествия девочка фотографировалась со своим котом. Я видела, как девочка падала, рыжая. Она падала вниз головой, и она кричала почти под конец. Ну, примерно, когда вот здесь красное началось, вот она начала кричать: «Помогите, типа...» И она упала вниз головой, потом я уехала отсюда, ну, потому что я забоялась. В результате падения девочка погибла. На место ЧП съехались все экстренные службы, сотрудники правоохранительных органов, а также МЧС. Девчонка упала 14 лет на смерть. Спускали вот с крыши Пятерочки. Вот сзади меня магазин Пятерочка, туда поднялись МЧС. Сотрудники МЧС, и вот они организованно спускали девочку, укрыли-то, соответственно, чтобы никто ничего не видел, и спустили на веревке ее. Все обстоятельства произошедшего выясняются, в том числе и то, что стало причиной падения подростка с высоты. Эльмира Гайнутдинова, Тагир Бикметов, Челны-24.